Всем привет, друзья! На столе находится 8 флагманских смартфонов, и каждый из этих телефонов вполне мог бы быть моим основным. Я, как и многие мои коллеги, имею возможность пользоваться, наверное, любым выходящим смартфоном, однако по итогу выбираю какой-то один основной телефон для себя, куда вставляется основная симка, куда устанавливаются основные приложения. Вот, 8 телефонов, и один из них является самым-самым для меня. И сегодня я расскажу вам, что я выбрал. И знаете, в наших социальных сетях я спросил у подписчиков, какой смартфон мой основной, с чем я хожу. И самое популярное предположение, знаете, какое было? iPhone 10s Max. Большинство посчитало, что я хожу вот с этим телефоном на 512 гигабайт. Он действительно у меня есть. И я действительно с ним ходил какое-то время, но перестал, друзья. То есть iPhone 10s Max выбыл из обоймы основных девайсов, хотя телефон замечательный. Видеосъемка у него шикарнейшая. Но вот что-то как-то перестало у меня к нему душа лежать. Это, я называю это проклятием iPhone. Если долго ходить с iPhone, то он сильно надоедает. Особенно если ты ходишь с iPhone годами. Ну, серьезно, он вот так вот, вот здесь вот начинает сидеть. Очень скучно пользоваться айфоном, особенно когда инноваций как бы там между поколениями мало. Вот. Так что, нет, неправильное предположение было. Второе по популярности предположение было Samsung Galaxy S10 Plus. И многие делали пометку. Galaxy S10 Plus на Snapdragon. Да, у меня этот телефон тоже есть. И я с ним ходил как с основным, но перестал. Знаете, что меня разочаровало в Samsung? Камера, она оказалась прям очень на месте стоящей по сравнению с предыдущим поколением Plus. Даже на Snapdragon версии меня стали напрягать подлагивания. То есть ты первое время пользуешься телефоном, он довольно шустрый, плавный, вообще замечательный, даже на Exynos первое время. А потом, когда установишь всякое, когда реально превратишь его в основной смартфон, возникают гребаные микролаги. One UI, новая оболочка, начинка мощнейшая. Какого хрена микролаги? Я не знаю, возможно, фанаты со мной не согласятся, но вот именно в сравнении с другими телефонами это сильно замечаешь. Конечно, если пользоваться исключительно Samsung, то ты, возможно, этого не заметишь. Как бы привыкнешь, адаптируешься, но когда берешь новинку, которая не подлагивает, то это сразу бросается в глаза. Третье по популярности предположение – Pixel 3 XL. Друзья, вот он в фирменном чехольчике, в тканевом. У меня он в черном цвете, сам телефон. Да, он был моим основным, но очень короткий период. Меня прям расстроила очень сильно его автономность. Вот, старался скромно пользоваться, но его не хватало на день. Серьезно. И, кстати, одна из причин, почему я ушел с iPhone, тоже автономность. Он начал очень быстро садиться. То есть 4-5 часов экрана выдает, и все садится. Я реально сталкивался 2 или 3 раза за неделю с такой ситуацией, когда телефон просто садился часов в 6, и я оставался без связи. Так что iPhone этим расстроил, и Pixel тоже расстроил, хотя фотокамера тут бомбезная, лучшая фотокамера до сих пор, друзья. Следующие смартфоны я либо вообще не делал основными, либо ходил очень мало. Вот Asus Zenfone 6. Проходил я с ним где-то с недельку. Очень хороший смартфон, до 40 тысяч рублей. Замечательный выбор, особенно если вам нужен IPS-экран. Во многом это уникальный телефон. Ну, IPS, да, 5000. Батарейка есть 3,5 мм, что уже редкость во флагманах. Светодиодный индикатор, стереодинамики есть. Кнопка многофункциональная, программируемая, прикольная камера, видеосъемка отличная у него. В общем, это действительно сбалансированный телефон, но что-то как-то душа у меня к нему не легла. Хотя, с точки зрения какой-то практичности, он один из самых сильных девайсов. Huawei P30 Pro. Я с ним очень мало проходил. 5-кратный оптический зум меня в конечном итоге разочаровал. Вот. Он очень мыльный. В помещении я ребенка пытался в детсаду фото, там хороводы что-то у них были. И очень плохое качество получается в помещении. Я проживаю в городе Томске, и здесь 5-кратный зум избыточен. То есть 2-кратный, 3-кратный здесь нашел бы большее применение. 5-кратным зумом Huawei P30 Pro я активно пользовался в Валенсии.
старый городок европейский. Но знаете, мне одной поездки вот так вот хватило, чтобы эти шпили все на фото там колокольни, крыши домов и все. Я не представляю, чтобы в следующий раз взять куда-то в путешествие и продолжить фотать эти гребаные шпили. Вот правда. Пятикратный зум – это отличная технология, но на практике она для меня оказалась бесполезной. И еще меня смутили в нем два момента. Первый момент – это отсутствие стереодинамиков. 2019 год. Хочется, пользуясь флагманским телефоном, играя на нем, получать стереозвук. Я считаю, что это must-have фича. Такая же, как Bluetooth, блин, такая же, как Wi-Fi уже в смартфоне. Стереодинамики должны быть хотя бы в телефонах от там, 30 тысяч рублей. Да? И второй момент, гораздо более важный, это экран, в котором был дичайший шим. С прошивкой добавили сюда функцию DC-dimming, но это случилось буквально на прошлой неделе. Вот. А до этого я реально не мог им пользоваться, глаза уставали. На экране что-то как-то они сэкономили. Вот. Ну вот после обновления уже можно пользоваться. Однако все же ну, пятикратный зум какая-то ерунда. Вот. Sony Xperia 1. Длинная сосисочка. Формата экрана 21 к 9 не хватило, чтобы сделать его основным. Вот. Для меня это, конечно, фишка прикольная, но совершенно не определяющая. Однако я допускаю, что фанаты будут в полнейшем восторге. Телефон действительно самобытный, уникальный, интересный, и многим он зайдет. Но мне он зашел не так сильно, чтобы сделать его основным. А это Xiaomi Mi 9T, друзья. У меня есть еще Mi 9, есть Mix 3, но я решил, что одного Xiaomi-шки в руке будет достаточно, чтобы рассказать о своем отношении к марке Xiaomi во флагманском сегменте. Это не Mi 9T Pro, это просто Mi 9T, но дизайн точно такой же, и давайте представим, что это Mi 9T Pro. О начинке там все известно. Смартфоны Xiaomi классные, они реально топ за свои деньги, и это касается, наверное, любого сегмента, что бюджетки, что середняки, что флагманы. Но вот этого вот статуса топ за свои деньги для меня недостаточно. Очень много компромиссов в телефонах, начиная от средненькой камеры без гкама, заканчивая отсутствием стереодинамиков. Вот. Но я не знаю, вот реально Mi 9, Mi 9T, они классные. Вот реально обозреваешь, вот только хвалишь. Ничего негативного такого не всплывает. Ну вот сделать основным я как-то не знаю. И, наверное, по чехлу, друзья, вы догадались, какой смартфон является моим основным. Это OnePlus 7 Pro, друзья. Да, телефон, который заменил мне сразу несколько, можно сказать. В старых видео я говорил, что пользуюсь тремя телефонами сразу. На то время это были iPhone XS Max, Samsung Galaxy Note 9 и Pixel 3 XL. Вот три телефона у меня было, я ими как-то попеременно пользовался. В итоге все пришло к одному девайсу. Он заменил мне, можно сказать, все три. На нем и поиграть можно, и пофотать. Что на стоковую камеру более-менее нормально, что на Google камеру вообще получается очень хорошо. Что видео поснимать тоже вполне можно. У него хорошая автономность, отличнейший экран. В общем, OnePlus 7 Pro – это мой основной смартфон. Минутка рекламы, друзья. OnePlus 7 Pro. Благодарим интернет-магазин Технокит за то, что очень оперативно и по хорошей цене смогли нам его доставить. В другой руке у меня фирменный нейлоновый чехол для OnePlus 7 Pro. Заказал я его на Алиэкспрессе, а лучшую цену, знаете, где я узнал? В нашей телеграм-группе со скидками, там уже более 8 тысяч человек. Мы все дружно там экономим, находим лучшие цены на смартфоны, на аксессуары. Вступайте, друзья, обязательно. Ссылка на Технокит и на нашу группу в телеграме в описании. Знаете, наверное, это самый такой наименее конфликтный смартфон из перечисленных. Если бы я назвал iPhone свой основным, сразу бы в комментариях написали, там, iPhone дрочер, Яблоко дрочер, яблочный раб, там, приспешник Вилса и что это такое. Если бы я сказал, что мой основной Samsung, тоже нашлись бы люди, которые захотели бы похитить как-то в комментариях. Но OnePlus 7 Pro, он самый такой нейтральный, самый, наверное, позитивный, положительный, который действительно больше остальных достоин считаться самым-самым смартфоном года.
смартфон года 2019, наверное, пока действительно OnePlus 7 Pro. И что интересно, он официально у нас в России не продается, и никто из подписчиков не посмеет обвинить меня, что компания OnePlus, значит, нам заплатила, да? Вот. Хотелось бы, да, написать в комментариях, что тебя там купила Meizu, тебя купила там Sony или кто-нибудь прочее. Нет, OnePlus 7 Pro купил за свои и искренне им пользуюсь, искренне называю его своим основным смартфоном. Пройдусь по порядку, что мне в нем нравится, ради чего я сделал его основным. Мне нравится его быстродействие. Это один из самых шустрых телефонов на рынке. Действительно, никаких нареканий не возникает ни в интерфейсе, ни в играх. То есть, какую задачу ты бы для него не выбрал, все будет решено моментально и без подлагиваний. После него пользоваться другими смартфонами очень тяжко. Они кажутся тупыми, неотзывчивыми. Это касается что андроидов, что айфона. Кстати говоря, айфон реально раздражает задумчивостью своей. И после OnePlus ощущается как какой-то предыдущее поколение, наверное. Мне нравится его автономность. Некоторые говорили, что из-за того, что экран здесь QHD, из-за того, что здесь частота 90 Гц, из-за того, что есть функция DC Dimming, все это влияет негативно на время работы, но он в моих сценариях зарекомендовал себя в плане времени работы не хуже, чем другие, ребят. То есть он работает не хуже, чем iPhone, не хуже, чем Pixel, не хуже, чем Huawei P30 Pro. Выдает он у меня от 5-6 часов экрана в среднем. То есть не было такого дня ни разу, когда он бы предательски сел под вечер, как iPhone, как Pixel, они реально подвели меня несколько раз. И прошивка Oxygen OS. Это, наверное, лучшее, что вообще когда-либо происходило с Android. Прошивка очень быстрая, прошивка отзывчивая. Она функциональная, но не загруженная. Знаете, такой чистый Android, пиксельский, но раз так в 5 функциональнее. То есть это реально для меня это идеал. Мне очень сложно хвалить камеру. Dxomark, продажные негодяи, конечно, много баллов выдали ей. Но я не хочу сказать, что она какая-то плохая, она средненькая там. Она могла бы быть лучше. Вот, это такая характеристика, наверное, самая правильная. Телефон очень неплохо фотает. Но это все же не пиксель. В ряде сценариев уступает Huawei, в ряде сценариев уступает iPhone. Поэтому я говорю, что камера могла бы быть лучше. Это касается как основного модуля, так и зума, так и широкоугольного модуля. Но в конечном счете, знаете, поставив сюда и Google камеру, я пришел к тому, что просто стал пользоваться исключительно стоковой камерой. То есть мне стало лень переключаться на Google камеру, потому что она довольно-таки не идеальна. Есть проблема с балансом белого у Google камеры, есть проблема с переключением между модулями, плюс видеосъемка не очень через Google камеру. И туда-сюда вот выбирать, перетыкать, короче, я забил и стал пользоваться стоком. И знаете, вот я просто смирился. Вот, я посчитал, что мне достаточно того, что выдает стоковая камера. Конечно, переходный период был довольно больным, была ломка после пикселя. Прям вот снимаешь на OnePlus и OnePlus, ты что творишь, как так можно детей фотографировать? Ну вот просто вот я отпустил эту ситуацию. Да, камера не лучшая, она хуже, чем у пикселя. Но в конечном счете мне ее стало хватать. И что интересно, у OnePlus при этом очень хорошая видеосъемка. Видимо, инженеры больше видеовозможностями заморачивались, чем фото, хотя апдейтов под фотокамеру выпустили уже штуки 4, наверное, но все же она как снимала при первом апдейте, так примерно снимает и сейчас. Я не знаю, что они там улучшали, потому что изменения вот каждый раз список есть, но ты снимаешь прям до апдейта, после, прямо на том же самом месте, и ты не понимаешь, а что изменилось, собственно, к лучшему. Да нихера не изменилось. Вот. Но, возможно, что-то там подправили. Либо эффект плацебо, знаете, попытались в пользователей внести. Еще два маленьких положительных момента – это его стереодинамики. Один динамик вот здесь, другой вот здесь. Играет прям почти как полноценное стерео. Очень громко, насыщенно, замечательно слушать музыку и играть. Возможно, это лучшие стереодинамики на рынке. Второй плюшечкой, знаете, что стало? Сканер отпечатка пальца в экране. Это реально самый быстрый, самый точный датчик, которые находятся под экраном. Я это официально заявляю, друзья. У меня были, наверное, все смартфоны с дактилоскопом под экраном. И это самый лучший.
Вот правда, ошибок. Я не помню, когда последний раз сканер ошибался. И по скорости вы видите, что ну, это... Что это, если это не лучший сканер отпечатка пальца? Как это назвать? Никак не назвать. Лучший. Но все же самым продающим фактором OnePlus 7 Pro для меня стал его экран. 90 Гц, высокое разрешение, 10 диминг. Ты смотришь в него, и ты кайфуешь. Глаза не устают. Pentel не бросается в глаза, не напрягает. Регулировка температурная отличная, цвета очень радуют. И вот это 90 Гц, плавность. Сейчас отвечу, подождите. Звонили, кстати, по новой студии. Я писал уже в социалках, что мы переезжаем в скором времени. Да, вот сейчас мы просто на съемной фотостудии у друзей снимаем. Но потом будет наше собственное гнездышко опять, потому что старая студия надоела. И предыдущие арендодатели оказались жуткими мудаками. Короче, все будет отлично и будем снимать много видео. Вернемся к OnePlus 7 Pro. Экран. Да, экран здесь реально шикарный. Вот смотрите, все предыдущее до экрана, что я перечислял, все это в той или иной степени есть у других. Стереодинамики есть у Samsung Galaxy S10 Plus. Хорошая автономность, она тоже у S10 Plus на Snapdragon есть. Быстродействие. Касается, наверное, любого смартфона на Snapdragon 855. Высокое быстродействие. Оболочка. Ну, это вкусовщина. Я могу, в принципе, пользоваться и MIUI, и One UI, и Huawei-вская оболочка. То есть это для меня тоже не проблема. Но экран... Такого экрана никто не предлагает. Реально отличнейший экран. И вот эти вот перечисленные маленькие плюшечки, типа стереодинамики, там автономность, быстродействие, они вот сверху просто весь пирог этот слоеный образуют из положительных достоинств OnePlus 7 Pro. Вот смотрите, основа преимущества OnePlus 7 Pro над другими – это его экран. Вот он лежит, экран, да? И сверху уже, как слоеный пирог, все накладывается, накладывается, получается такой... шикарнейший, вкусный пирожочек по имени OnePlus 7 Pro, который так хочется снямкать. Заметьте, я ни разу не назвал OnePlus 7 Pro идеальным, потому что идеалов не существует, и OnePlus 7 Pro, разумеется, не идеален. Что мне в нем не нравится? Вот экран, я его хвалил, но сейчас я расскажу вещь, которая меня раздражает очень сильно. Это его изогнутость стекла. Вот эти боковые части справа и слева, они бликуют где-то на расстоянии чуть ли не сантиметр. И бликуют они не только в помещении, но и на улице, и вообще везде, где есть какие-то источники света. То есть, хоть ты на него прямо вот так смотришь, что горизонтали держишь, все равно вот эти боковинки, они заливаются светом и бликуют. Экран большой. Но при этом из-за освещения может так оказаться, что очень большое пространство по бокам, оно съедается, оно бесполезно получается и раздражает, отвлекает. Следующий момент не то чтобы прямо раздражающий какой-то, но не сказать о нем я не могу. Телефон нагревается, он нагревается и вот при каких-то простых нагрузках и нагревается сильно заметно в играх. Но при этом он не тротлит, ГПУ очень хорошо тянет температуры. У нас на канале есть игровой тест, посмотрите обязательно с FPS, с температурой, где он реально очень здорово сопротивляется нагрузке, нагреву. Но он все же нагревается. Ну, с другой стороны, блин, он флагман, он не может не нагреваться, но тем не менее. Еще мне не нравится его вес, его размеры. Это, кстати, многие пользователи отмечают, он очень крупный и тяжелый. И дело, знаете, не в том, что в детстве каши мало ел. Или подкачаться надо сходить. Вообще подкачаться сходить надо, да. Но не в этом дело. Просто он тупо большой. Он тяжелый, и у него развесовка такая, что ты не можешь долго держать его в одной руке. То есть вот я держу его, да, но мне не очень комфортно. То есть он начинает перевешивать. Верхняя часть, она перевешивает куда-то. Нужно вот как-то поставить его вот так, на мизинец, ухватить очень крепко. И... Долгое использование утомляет OnePlus 7 Pro в одной руке. То есть этот телефон по большей части двухручный. Либо у вас должна быть большая лапа, прям, чтобы его ухватить. Проблему размеров и веса отмечаю не только я, серьезно. То есть многие пользователи про это говорят. Но деваться особо некуда. Маленького OnePlus 7 Pro не существует. Экран большой, это хорошо, с одной стороны, да. Но вот обратной стороной вот этой медали большого экрана стали его размеры. Про камеры я уже говорил и еще раз скажу, камеры могли бы быть лучше, вот правда. И это касается еще, кстати, и фронталки. Ее поместили в отдельный выдвигающийся модуль,
Но, к сожалению, сама камера очень простая. То есть без автофокуса, без оптической стабилизации, просто хороший сенсор с неплохими алгоритмами и только. Возможно, OnePlus 7T Pro сделает фронталку с автофокусом и с автостабом. Если вас не устраивает стоковое приложение камеры, то качество очень серьезно можно поднять с помощью Google камеры. Вот. Я ходил долго с Google камеры, но в итоге, как и говорил, что уже забил на это. Тем не менее, если вы мобильный фотоэнтузиаст, который хочет выжать максимум, то вы сможете это сделать. Ставите Google камеру, проблем с этим никаких. И многие сценарии, очень многие, будут получаться практически уровня пикселя. Серьезно. И все же, в заключение скажу, что сейчас практически любая флагманская модель, даже модель середняк современная, способна удовлетворить каждого из вас, либо большинство из вас. Вот реально, возьмешь там Asus, Huawei, Samsung, iPhone, Sony, Xiaomi, они решают одинаковые задачи, ну, с практически неизменным результатом. Вот. Все упирается главным образом в цену, упирается в восприятие бренда. Ну и, конечно, какие-то уникальные требования тоже влияют. Ну, например, если вам нужен IPS-экран, если вам нужен разъем 3,5 мм, если вы хотите получить какой-то новый экспириенс, новый опыт, что не давала раньше какая-либо модель, например, 90 Гц экран, это реально новый опыт, и тогда вы знаете, что вот среди 8 этих телефонов этот опыт способен дать только OnePlus, например. Нет смысла искать идеальный смартфон. Идеалов не бывает никогда и ни в чем, поэтому нужно просто определиться со смартфоном, который наименее вас не устраивает. То есть каждый телефон вас в чем-то может не устраивать. Так вот, определитесь, в каком этих неприятных мелочей меньше всего. Вот. Для меня это OnePlus 7 Pro. Он не без недостатков, конечно, но вот моментов, которые раздражают, которые напрягают, в нем меньше, чем у остальных, и плюшечек, которые мне интересны, в нем больше, чем у остальных. Ну а в целом, вот все 8 телефонов, они замечательные. Я много с чем ходил, как с основным, и в принципе ни о чем не жалею. Каждый телефон дает какой-то свой уникальный опыт. И главное, чтобы телефон нравился вам самим, друзья. Вот. Не важно, что мне там нравится, не важно, что нравится моим коллегам. Главное, что нравится вам самим, что вы сами выбрали, что вас устраивает и чем вы довольны, друзья. Спасибо за внимание. С вами был Евгений, mobiltelefon.ru. Подписывайтесь на канал, друзья. Ставьте колокольчик, чтобы получать оповещения. Пока-пока.